Всем привет, ребят, с вами Юмилия. Давайте смотреть игровую нарезочку с приколами. Я уже делала реакцию на этот канал. И давайте посмотрим тут новый видосик. Он идет 6 минут. И поехали. Блин. Салатка. Нам нужен один из тех, кто будет выбивать гараж. Так, стоп. А, все нормально. А то я думала, что у меня скорость увеличена. Ладно, я возьму Тэтчера. Yes. Take what? Термит. English language. Я в эту игру сама ни разу не играла. Вот помню, была такая мысль попробовать в нее позадротить, но потом я думала, ладно, не надо. А играли ли в нее вы? Напишите об этом в комментариях. Хорошо спрятал. Ужасно, но они не найдут. Блин, я надеюсь, что за эту музыку по жопе не отлупят, потому что это опенинг какой-то, наверное. Серьезно? Ох уж этот последний взгляд в мою сторону. Блин, это просто я сейчас, потому что у нас так жарко. Кто это? Это жирная баба. Ты чем делаешь? А это про меня, да? Это самый тяжелый оперативник. Не в плане игры, в плане вес. Ты чем делаешь? Весит. Это, кстати, Слав. А вы? Слав, ты умер. Я сейчас встану. Блин, я чуть не въехала. Либо это из-за того, что я не выспалась, либо я не знаю, что. Глянь на него, какой уворотливый. Lick my balls. Lick my ball. И плакать начинай. Почему мы просто на ботов автоматы не повешали? Нож, знаешь, примотать на изоленту. Что? И просто в ногу сразу. Что? Это, знаете, было чем-то похоже на Слидана. Пойдем нахуй. А, давай. Как ты его убил? Я не знаю. Я смотри, сейчас увидишь. Смотрю так она. Ну ничего. Голова. Опачки. Да. Неплохо. Что? У тебя дуло ломается. Это вообще нормально? Нормально? Посмотрю на геймплей и действительно охота не поиграть. Понимаю. Дробовик, блин. Нет, дробовик это оружие. А, это Слав, камера. Слав, тебе весело, я посмотрю. Да, знаешь, я ананас. Ананас? Ненавижу, блядские ананасы. Мне очень нравится совмещение тематики игровой и аниме, потому что это очень мило и является, думаю, даже фишкой этого канала, потому что стикеры, всплывающие из аниме, они очень качественно сделаны. Что? И даже там видео было, и оно подходило под аудиодорожку. Вы посмотрели этот стикер? Что ж? Черные глаза. Incredibilis! Нет, там не так поется. Что? Что, простите? А, это как? Я ей ногами лицо сломал. О, это было круто. Я даже поначалу не заметила. Кусок бетона в команде, черт возьми. Когда говорили, что ты будешь работать на стройке, но не говорили кем. А ты цемент. Меня. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя уничтожу. Нормально. Еще один умер. По естественным причинам. Я не стрелял, честно. Mm-hmm. Конечно. У него инфаркт. У этого тоже инфаркт. А я думал, он просто подскользнулся. Класс. Декоратор. Ой, как же жарко. Нужно бегать к другу. Нормально. А почему бы и нет? Чем еще заниматься в шутере? Смерть. Что? Не каю. О боже, что это было? Да что это было, блин? Там вот кому. Я смотрю, автор этого канала очень большой поклонник Хигао. Ага, я к кому? Пульс. Просто знаешь, пульс у тебя пропадает, потому что обиделся. Что? Я сперва подумала, что это гироскутер. А может это и есть гироскутер, потому что очень похоже. Что это за штука? Если играли в эту игру, напишите.
Это какая-то минка или что это? Робот какой-то, которым игрок управляет. Я даже не знаю. Ох, ебать. Слав. Что? Фоткай меня с моей девушкой. Что это за срань? Смерть. Собрались долбоёбы с озвучиванием. Что за дурдом? Знаете, такая музыкальная некая пауза. Хотя тут, походу, всего ролика есть музыка. Хибана, you look like a girl. А прикольно выглядит персонаж? Что там за уходи на заднем фоне? Ой. But where are your dick? Show it to us. We know who it is. Кстати, вот тут я думаю, что нужно было написать субтитры, потому что некоторые не знают даже English и не смогут оценить этот момент. Я вертолёт. Перевернул. И снова 3 сентября. Так, у меня тут позвонил будильник, давайте смотреть дальше. Ой, блин, мне сейчас будут просто минус глаза. Это тот момент, когда он кругами... Всё. О! Ну я кого-то там прикончил. Кому помогли меня блюдь побежал? Ну, мана. А как он вообще в него попал? Это было круто. Я сразу вспоминаю щитоносцы в Warface, в котором надо либо в голову целиться, в верхушечку, либо в ноги. Классно. Педофил не пробил лягушку. Что? Это как у Сайфера в Валоранте? Ты чё, дурак? Им тоже игрок управляет? Смотри, что есть. Это моя группа ВК, и теперь она живая. Смотри новости, мемы. Сам предлагаю новости, мемы. Я... Окей, надо будет посмотреть, что там за группа ВКонтакте. Может, вступлю? Да не может, я, наверное, вступлю. Почему бы, собственно, нет? У этого ютубера не так много подписчиков, поэтому будет довольно-таки интересно следить за его продвижением, потому что у него уже хорошее качество и отличный стиль. Но, я не знаю, может быть, это проблема в моих наушниках. Иногда мне было плохо слышно людей, с которыми он играл, с которыми взаимодействовал. Именно поэтому некоторые шутки я не могла оценить по достоинству. И, кроме того, я думаю, что было бы очень круто добавить субтитры в момент с английским языком, потому что так было бы лучше, смотрелось бы лучше. И вообще, когда я смотрела предыдущий раз ролики с этого канала, то я дала такую некую критику автору, и очень приятно, что он к ней прислушался. Сейчас видос выглядит, ну, гораздо качественнее, чем в прошлый раз. Но все равно хочется, чтобы нарезочку было побольше. Ну, ладно, ладно, все-таки. Сам автор канала должен решать, делать ему побольше нарезочку или нет. А что думаете вообще по поводу этого ролика? Вы пишите свое мнение в комментариях. А еще напишите, любите ли вы эту игру, ну и, конечно же, аниме. И как вам вообще связь игрового видоса с аниме-тематикой, музыкой, стикерами? Пишите об этом, конечно же, в комментах. Если что, ссылочка на оригинал будет в описании, и заходите, если вам понравилась моя реакция, понравился видос, на который я реагировала. Всех целую, не болейте, и всем пока!